Здравствуйте, уважаемые зрители. Продолжаем наше увлекательное прохождение. Так, ну что, пойдемте разберемся с королевой Бадой-Бадой и всякой нечистью в Платане уже окончательно. Сколько там до конца этого? 48 дней? Ну, еще дофига времени, я думаю, что справимся. Я хочу подфармить побольше экспы. В принципе, нужно всего 7000 хватить до 6 левела. Есть хороший шанс хватить эти 7000. У нас осталось еще немножечко в Платане. У нас остался этот самый храм оленя. Так, а это я не открыл, да? Ну, хрен с ней. Храм оленя. Лая пещерка со страшными волчками. Очень опасная. Я не знаю, я справлюсь со страшными волчками в пещерке опасной. Думаю, да. Надо было еще купить этой девчонке броню, плюс один, наверное. Но мне так жалко на нее денежек, просто капец. Девчонка пока со щитом походит. Ну так будет у нее больше от нее толку так будет. Давайте еще раз посмотрим на заклинание третьего круга, хоть что-нибудь полезное тут есть. Вообще ничего, да. И это какая-то жесть, список заклинаний Друида. Просто кринжатина, ребят. Серьезно. У него уже больше брони, чем у этой дуры. Мне кажется, можно Валери уже с собой не таскать. Так. Сейчас проверим мега заклинание, как оно работает. Ой. Прямо скажем, работает так себе. Мег заклинание. Так, а этих бомжей мы тут распихали. Леопардику немножко пофлетело. Можно подлечить. Yeah.
Давайте перейдем в пошаг. Проклятая многоножка, ты меня уже не отравишь. Давайте превратимся в пса. Еще один заснул. Вот что у меня в форме пса? Плюс 15, 24 брони. Кстати, она все-таки получает броню за превращение в животное. Но котик что-то как-то посерьезнее смотрится, что ли. Котик не умер, он просто упал. Мне очень не хватает мода на кнопку. Так, замученный кобальт почему-то помер. Не знаю, как такое могло произойти. По идее, я их помирил. Кобальтов и клопов. Сейчас будем развлекаться с королевой Бадой-Бадой. Не знаю, насколько нужно, может быть, барским взять, нельзя кидать. Но зачем? Пернициус с поясом. Смотрите, сначала кидаем Пернициус с поясом. А потом кидаем вот эту вот хрень. Только нужно сначала попасть. О, poison. А. Блин, этот пояс, он такой полезный, что проще, наверное, саммона какого-то взять, призывать, допустим, этого медведа. Сражение. Тоже надо попасть. Так,
Это, короче, конченая лабуда. Где наша девчонка? И сейчас королеву Баду-Баду придется убивать. И не в соло. Потому что если не ты, то кот. Ну, кот не может, у него лапки. И нам еще нужно как-то убить Мишаля Варика. Тоже как бы такое себе. Ну, кстати, уже 500 экспинов схватили. То есть мы сейчас убьем клопов, потом убьем кобальтов. И может быть... А, потом мы убьем еще технолишку и гарантированно попадаем к рогачу с 6-м левелом. Получается, можно купить метаскип усиленных заклинаний и бить его огненным шариком Октавией. Звучит как план. Делать мы так, конечно, не будем. По-моему, если убить кого-то из них, то дают 1500 опыта, а если их помирить, то мне дали 2530, что ли. Грубо говоря. Я больше, даже если буду играть за нейтрального персонажа, буду по-прежнему убивать сначала кобальтов, потому что пока ты их убьешь, те же 1500 получишь и... Зачем страдать, если можно не страдать? Правильно. Куда ему уже эту фигню? Господи Иисусе. Конченая механика, конечно, с этими свитками. Максимально помойная. Давайте отходим. Так, кстати, ты можешь уже превращаться в пса. Обратно. А, это обычное заклинание. Они, правда, по нулю урона получают. Куда побежал? Да куда ты бежишь? Ну, слушайте, одним заклинанием всех клопов разобрали. Неплохо. Почти убили Синишали Вариком. А сколько эта штука работает?
Одна минута за уровень. Я понял. Пойдемте поспим. Стоп, это получается кобальтов вообще можно одним заклинанием типа спихать. Получается, что так. Давай-ка нашу девочку из состояния псины вернем обратно. Конечно, спать после каждой пачки это кринж. Но я очень хочу с королевы Бады-Бады снять эту самую сорклетку на харизму. Она мне очень поможет. В неравном бою с технолишкой. Тысячи две, наверное, опыта с небольшим, если еще кобальтов всех убить. Надо их как-то это аккуратненько убить, кобальтов. Ну, этих клопов у Damage Reduction 2, поэтому заклинание не особо на них эффективно работает. Плюс оно не скейлится с уровнем, поэтому оно в принципе не работает. Против кобальтов должно быть норм. Так, против кобальтов должно быть норм. Знаете, что я понял? Правильно. Я обратно к ним. Иди. Давай-ка бафы. Девчонка. Блин, тебя на пол поставили, а ты куда-то прибежала.
it like I saw it. Я думаю, хватит уже обучить. Пусть бегут сюда. Так, а где наш синий шальто? Так, все, у нее есть теперь самая мега ляпка. Давай стреляй в него. Да ты его не видишь, что ли? Вы на халде, пожалуйста. Слушайте, как классно, это ж обузить можно. Будем обузить теперь. Так, что там у леопардика? Прежде чем обузить, давайте постреляем леопардика. Теперь пойдемте остатки клопов тут самое отвалим. Короче, вам знаете, что я думаю? Вот с клопами мы как-нибудь так справимся. Сейчас превратимся в псину. Подрал. Брали его. Ик.
Ну, смотрите, больше 1000 опыта за них получили. Сейчас еще кобальтов пьем, еще 1000, наверное, получим. А как заклинание-то классно заобузили. Мне очень понравилось. В этом моде были еще заклинашки с этими опутывающими хреновинами. Они типа как первые, только они там жгут и отравляют, и вообще что-то еще наносят. Ту урон. Кстати, для по волчкам должно прям хорошо зайти. Так. Черт, я ее нагрудник случайно продал. Ладно, вот в этот тогда пока походим. Кобальта, значит, да? Ну, пойдемте убьем еще кобальтов. Это мейн-мейн. Вон там вон провалившаяся девчонка. Это баг с вот этим превращением. Друзьяшки, говорит. Но я тебе не друзьяшка, я пришел тебя убить, жалкий кобальт. Вот тут, кстати, еще паучков, походу, не добили немножечко. Возможно, кстати. Да, 100 пудов. Еще паучки. Тут еще ловушечка. Так, ты все наколдовал там. Давай на себя блюрчик еще. Опа, ловушечка. Короче.
Леопардика опять что-то прессанули немножечко. Друзья, говорит. Короче, вот эти друзья сейчас пойдут самое убивать его. Так, я забыл на него наколдовать, да, вот иначе я не дам. Короче, включай песенку. Давай-ка маслицам. И давай вот эту хренотень свою. Так вот. Да они там лупят. Так, а как туда подняться-то, господи? А, вот, есть проходик. Линки, давай убегай, котик. Давай, бегай. Давайте этого сошлем. Here.
Так, всё, мне надо поспать. Элитный скелетон. Шанс попасть 100%. По мне, охрененное вот место, чтобы поспать. Но я не могу не поспать, потому что там заклинание. Я ж не буду 10 минут ждать. Правильно. Конечно. Так, все. Нашли еще пояс с бонусом к ловкости. Можно Мейну отдать. Плюс одна броня всегда приятно. Так, давайте теперь излечим нашу девчонку. На это, кстати, уйдет какое-то время. Отлично. Да, где-то 2000 опыта тут с них мы получим, там еще пачка. По факту нет никакого смысла с ними мириться. Вот что я вам скажу, ребят. К ним очень неудобно заходить сюда. Кстати, у меня уже самый уровень такой, что страх на меня просто не действует, кек. Так, ну давай.
Так, все, Линзи, давай включай свою шрабаечку. В атаку. Он сожрал его. Всегда ни до куда не добегает. Жалкий кобальт. Это нечестная сложность. Блин, там осталась одна группа, но мне что-то так лень ее добивать. Я думаю, что мы не будем этим сниматься. 2000 нахватили на вот этом платане. Короче. Ой-ой-ой. Леопардик, ты почему застрял? Давай, сожги его. А, тебе. Все хорошо, кроме одного. Невозможно лечить ее хилками. В то время как она превращается в С. Конечно, никто не будет за друидов играть, нафиг они нужны кому. Не, мы можем сейчас добить вон ту группу снаружи, потом поспать, вернуться и добить остатки. Наверное, так и надо делать. Подождем. Может, сюда кто прибежит? Жалкий кобальт. Они, кстати, пропали уже. Так. Пока не забыл, давайте лукет соберем. Что-то я уже капец устал сегодня. Да, отличное заклинание, забузить 2,5 боя и потом про него забыть навсегда.
am yours to command. Так, ладно, пойдемте добьем остатки. Ничего они будут страдать. Правильно. Осталась одна группа этих самых лопов и одна группа кобальтов. Где-то 700 экспы мы за них получим. Не останется нахоботить 5000. 5000 мы точно найдем. Зора гача. Инфосоточка. Нет, тролля я убивать точно не буду. Это фит. Можно было бы попробовать него покидать, обездвижить гуманоида, но я что-то, наверное, нет. Так себе затеем. Сейчас убьем этих, потом пройдем по мостику. Допьем остатки. Нормально будет. Но еще большой плюс то, что с клопами мы покончили. Осталась пачка кобальтов. Так, ну-ка.
Давай-ка превращайся обратно в девчонку. Сейчас нас ждет очень сложный бой. Я пошутил. Вот этот бой точно будет сложным. Красоточка. Леопардик просто их порвал, короче, всех. Да, на 5-м-то уровне в локации 3-го уровня вообще чувствуешь себя, как будто пришел нагибать. Даже не знаю, кому может не понравиться друид. Что с персонажем не так? У него много заклинаний. Например, в Флари Бюрсте. Дозлет это минус один к попаданию. Минус один к попаданию, господи. А еще что тут есть? Интенгли. Снежок. Аспект сокола плюс 3 к персепшену. На втором круге есть аспект медведя. Кстати, можно аспект медведя поставить и удержать животное. На ритм раунд за уровень. Это типа как этот самый, господи, как вот этот вот перк на дополнительный урон. Как же его зовут-то, господи? Град ударов или что-то в этом роде. Которая плюс один урона за каждый удар. Вот эта штука дает тоже. Действует раунд за уровень. Очень. Очень сомнительная фигня. Скорее всего, я буду забывать ее нажимать. На третьем круге
Poison эффект. Максимально бесполезная помойка. Ладно, сейчас вернемся на этот самый торговый пост Олега. А завтра уже пойдем зачистим храм оленя и поищем технолишку. А мы еще даже храм оленя не зачищали. То есть есть шанс 6-й левел получить даже до рогача. Храм оленя, по-моему, 1500 опыта, да? То есть это будет 19-4000 нужно будет. Еще мы точно получим. Так, броник я хотел купить, да, плюс один. Почти 3000 стоит, охренеть. Ничего не поделаешь. Я не могу допустить, чтобы у Валерии было меньше защиты, чем у этого самого леопарда. А, я еще свинью не убивал. Точно. Свинья, храм оленя и этот дуб с пролем. Мантикора есть. Мантикору я без регангара не буду убивать точно. Я боюсь, что триада еще есть. Спасибо. Пока-пока.